ты точно не мав. Я сказал, я согласен, уйти за этот просто. Так, нет, не надо просто вбрасывать, просто забей. Пошла я вниз такая, вот смотрю тут чё как. Целая толпа тусуется. Чё, мне сегодня много будет насыпать предателя? Лол, кек, чебурек. Стоп. Кто-то в связи готов умирать, а я иду тебя не убивать. Или все-таки убивать? Ладно, все еще не убивать. Ой, господи! Ой, Рози, привет. Так, я видел такого молодого человека, да, пустим. Шо, где? Где? Где труп? Я нашел труп. Где? В электричестве. Да, угадай на электро. Я захожу, свет включается, там стоит авдеечный свет. А потом там, я такой захожу за электро, а там уже труп. И авдеечная такая... Пампара. Ну, типа, я бы не успела, ты издеваешься, я с вами стояла в карточке. Ну, если бы она убила, она попрыгнула вентиляцию, наверное. Да, типа, не, ну, справедливо. Я как-то не успела, ты могла бы убить и починить потом, ну, типа, как-то не успела. Нет, Бист, это надо. Ну, я не обвиняю тебя. По идее, это не шутка, не принц к этому хилу. Понимаешь, я успела только... Так, принца видела на щитах. Принца в правом нижнем углу увидела на щитах. Я бы хотел обозначить свое подозрение, что Асмодей бегает очень странно, и я думаю, что он может быть импостером. Подожди, но Асмодей же вообще с тобой бегает. Он бегает со мной, он упирается в стены, он квесты особо не делает, он чисто чилит вокруг меня, понимаешь? А я чилит... кажется, он тебя подозревает. Вот, и я просто видел его игру на импостере уже такую, поэтому если вдруг я сдохну, то вот этот вот Асмодей... Я специально бегаю, чтобы выжить без света с тобой, глупенький. Это... Не, Миша, мне кажется, когда Асмодей импостер, он не упирается со мной бегал секунд 40. Смотрите, я вас видел двоих, когда погасили свет, я пошел искать чей-то из ваших труп в навигации, но не нашел. Так что мы... Да, они в навигацию побежали. Блядь, так это принц остается. Принц, ты же в левую часть карты пошел. Какую левую часть? Не, подожди, я видела принца справа на щитах. Я на камерах в самом начале видел, Картер пошла на провода, он пошел в левую часть. Потом свет нихуя он не чинил, и он был в левую часть. Картер пошла в левую часть, но Картер мы не подозреваем. Я видел принца справа на щитах. Где лама? Стоп, где лама была? Винты двигались, потому что весна могла убить, она могла зайти в аптеку, винтануться, убить и уйти. У нас, типа... у нас нет инфы по весне, ламе, Картер. Мне больше интересно, кто кроме Беста в меня проголосовал. Это, ну, блядь, видел, кто налево идёшь. Да не был я слева, блядь. Я второй. Спасибо за честь. Смотрите, чат, сейчас будет ультра-стратегия. Смотрите, сейчас я их буду пугать. Сейчас их будет несколько где-нибудь. Смотрите, чат. Ха! Испугались? Испугались, мои хорошие, да? Или нет? Или может убить? О, хорошо, что не стал убивать. Пым-пым-пым-пым-пым. Так, я тут видел принц. О, плюс труп. Так, у нас стёрт труп. Зачем ламу убила? Весна. Да что опять? Что ты хочешь от меня? Объясни, почему у тебя так много трейсеров. Ты что, опять энергетик разлила? Короче, стою на камерах, смотрю, подсматриваю за Асмодеем и Мишуткой. Вроде бы. Мы обнимались просто. Они зашли, да, Асмодей зашел в эту навигацию, а потом принц зашел за ним. Потом Асмодей долго не выходил. Мне стало очень странно. Я тебе сейчас расскажу охуенную историю. Да подожди, дальше будет. Еще интересней. Я выключаю камеры и вижу, как двигаются люки, блять, медицинки. Я в ахуе думаю, сейчас меня ебашить будут. Начинаю бежать на кнопку и в сторону трупа, где, я думаю, Асмодей лежит. А там, блядь, Весна из медицинки выходит. Весна, ты убийца или ты видела убийцу? Рассказывай. Одно из этих. А, никого не видела. Кого я видела? Что теперь я видела? Теперь послушай, Весна стояла с ламой в электрике. Весна стояла с ламой в электрике, а ты говоришь, что она вышла с медицинки. А, ну понятно. Да блин, Весна, ты знаешь. Кто, где труп нашли вообще? Там, где ты его оставила. У тебя свои там какие-то предвзятые.
Весна, кого ты Весна, кого ты подозреваешь сильнее? Если что, видела Картера и принца в админке. Говорит, что мы вместе якобы были с Ламой, хотя я в электричестве не была, я обходила, я была в медицинке, я не была там. Да, но там люки двигали, значит, ты видела, кто залез. Я сейчас, да, расскажу охуенную историю. Я никого не видела, я была там, сканировалась. Бля, Весна, как тебя душить вкусно. Короче, сейчас расскажу охуенную историю про Асмодея. Мне кажется, у него что-то с интернетом. Потому что я бегу за Асмодеем, Асмодей упирается в стену в навигации, двигается по стене и исчезает, блядь. Все, нахуй, просто с карты. Я бегу, понимаю, что меня Мишутка подозревал. Не-не, все нормально, смотри. Я просто за тобой бегаю, если ты меня бахнешь, что это точно. Вика, почему ты скипнула? Я скипнула, потому что я не совсем поняла, что делать, потому что вы все бубнели. Простите. Короче, надо убить Бесты, Беста. Выехали. Надо убить Беста. Это... Надо убить Бестюшу. Потому что он точно мирненький зайка! Надо мирного зайку жахнуть! Жахнуть мирного зайку. А где он? Чё он не в этом самом? Пым-пым-пырым. Так, окей, смотри, с Мишей. Так. Принц Картер. Я сейчас трогать не хочу. Картер меня видела. Блин, это плохо. Плохо, что Картер меня видела, понимаете, чат? Это плохо! Это плохо! Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Это очень плохо! Тун-тун-тун-тун-тун. Пэм. Это очень плохо. Это очень плохо. Куда Миша все время убегает? Алло. 15 я созвал посмотреть вообще, что происходит на самом деле. Интересно было, кто-то ушел или нет. Это очень смешно, я вывела тебе Весну. Давай ты не будешь говорить, что это могу быть каким-то образом. Что ты долго водишь? Мне кажется, Весна призналась. Какой долго? Мне кажется, Весна призналась. Да, когда... я думаю, Весна была черной, соответственно, Бист у нас хороший. Наверное, Бист Авдеевич уже... Весна себя в противовес, когда Бист ее топит, оставляет Авдеевич. Наверное, Бист и Авдеевич, скорее всего, кто-то... Ну, там минимум один мирный, а скорее оба. Алло, я мирный. Мне говорит, что трейлер, просто он очень долго водила код, я поэтому. Единственное интересное, что за раунд произошло, это нас с Диной заперли в электричестве. Все, больше ничего. Да, не кстати, знаю. Было дело. Дину с принцем заперли. Да, вы стояли с другой стороны. Мы с Асмодеем туда зашли. Стоял. Я убежден на 100%, что Асмодей не маф. Вот реально уже. Он меня бы убил, просто я реально от него не отхожу. Кстати, Миша, мне показалось, или ты как-то странно бежал на О2 верхний? Да, он никогда не бежал, он убегал. Ну, конструктов-то нет, поэтому не факт, что... Да, Дин, я бежал странно, никого не убил, решил вас всех сосвать. Миш, признайся, я тебе помешал убивать людей? Да, смотри, реально. Черт, ребят. Мне, кстати, кажется, что Дина реально уже. Уже реально кажется, что Дина. Ты меня пошел голосовать? Да. Да. Нет, цвет мой был, это не, я. Не, ну вообще на самом деле правда, потому что ее убивают всегда на закачке файлов, а она жива. Да, подозрительно, согласна. Согласна, абсолютно подозрительно. Пам-пам-парам-пам. Так, трое. Пам-пам-парам-пам. Чё бы поделать? На троих. Пойду что? Ну тут миллион человек. Извиняюсь, что собрал. Да. Но. Вот. Я хотел спросить господина Мишутка, зачем мы второй раз карту делаем?
Потому что я в первый раз пошел делать карту, провел ее 13 раз, сказал, что я шатал рот этого квеста и выполню его последним. Потом подумал, что я на мужика, пойду и выполню его в этот раз. И... Миша, это та же прохладная история, что и, что и с автоматом на карте самолет? Дина, я могу тебе... Знаешь, есть это в мафии есть аргумент уровня, вот вы потом можете мой стрим посмотреть и посмеетесь, что это правда. Вот я реально так и сделал. Я сейчас не шучу. Вот, можете меня заголосовать, если вам очень я сильно так и хочется. Сделаю. Мы увели одного импостера, я в Дину голос. Мы с Диной взаимолайкингом занимаемся. Вот. Карта, пожалуйста, не уводите меня, у меня нет качественного противовеса. Я скинула, потому что это какие-то такие... Я осталось, мне пофиг. И у меня мало осталось квестов. Я сделала все Спасибо квесты. За ваши два голоса, ребят. И вам того же советую. А кто еще пошел в Мишу? Проголосовал тоже. Включи вертикальную синхронизацию, может легче карточку будет проводить. Да, я не хочу проводить ее легче, я буду ее шатать. Тогда включи-выключи, ты охуй. Короче, чат, пришло время, я считаю, убивать дерзко. Вы понимаете, о чем я? Вы понимаете? Вика не знает, что я уже скачивала эти данные. Это не входило в мои планы, если что. Пожалуйста, второй трейдер. Пожалуйста, не надо ничего нажимать, спасибо. Весна, если ты меня слышишь, пожалуйста, не надо ничего нажимать. Я хотела просто дождаться отката килла, вырубить свет и пойти убить в толпе, если что. Вот что я хотела сделать. Сейчас пугаю. А, там нет дверей. Ё-моё! Блин, задолбал включать свет все время. Так. Так. Стоп, она же сейчас была на камерах. Так, дайте мне бог памяти. Сейчас. Тот, кто убивает, ТП-шится на место, да? Да. Ну, значит, Мишут. Нет. Да. Это не бист. Просто я потому, весь... что... Дин, смотри, давай так. Я для того, чтобы доказать тебе, что я не импостер, а ты мне доказал, что ты не импостер, я бегал за тобой весь раунд этот. Мы с тобой пробежались через всю карту. Это ничего не доказывает, Миш, это ничего не доказывает. Все, это ничего не доказывает. Хорошо, смотрите. Есть два сценария. Вы можете побежать за мной сейчас. Вот, Дина, ты можешь побежать. У нас есть... Я думаю, что бист и Асмодей... Точно мирный. Я думаю, что маф это либо принц, либо карта. Я уже скорее меньше подозреваю Дина. А я вот что... только хотела тебе в защиту сказать, но раз ты в меня говоришь... Я говорить... ничего не говорю, ребят, у нас осталось два квеста. Короче, сделать. Ребят, я уже, слушайте, мне уже на ламе хватило опыта, все. Я сейчас просто пойду в Мишу, улики на тебя копятся. Дина, там осталось 3% квеста, вы можете их доделать и не голосовать. Так у нас один выгнан, у нас все равно один предатель. Ну не попадем в тебя, ну ничего, доделаем квесты. Так, а тебе не кажется, что если у нас один предатель, у нас останется 5 мирных сейчас в любом случае? И импостеру нужно больше времени, чтобы убить этих всех мирных, даже если этот импостер это я. У меня закончились все квесты. А мне кажется, что это не Мишутка и может быть даже не Дина, потому что я... Ну, это принц. Во-первых, бегала с Диной. Это не может быть сам принц? Вот, а потом я... То есть я при вас оставила... двоих только что хуйнул человека и зарепортил. Стоп, я прошу. Или я это сделал при тебе, бегая за Диной весь раунд. Эй, короче, если это не Мишутка, значит это принц. Мишутка. Извини, Миша, если человек, ошибусь. Человек, делает карточку 14 раз, сейчас мы узнаем. За привидение, кстати, легче делать. Хорошо, ребята, принца снять! Нет, против, я спасибо большое. Когда-нибудь мне дадут договорить, но это уже будет в другой раз. Хорошо. Значит, вы мне просто не даете рассказать историю, собственно, как все произошло. О, сам нажал, правильно? Кстати. Я сам нажал. Смотрите, я готов даже выйти в противовес, но сначала я расскажу историю, что произошло вообще на камерах. Значит, на камерах стоим мы с Авдеич, прибегает Миша с Диной, собственно. После этого я отхожу от камеры, потому что думаю, ну нахуя 4 человека стоят на камерах, и вижу, как режут Авдеич. Собственно, стоит на первом плане Алсиор. Собственно, он стоит.
Все, я подбегаю, репорчу. Значит, кроме Алсиора, там была только Дина и я. Я готов уйти, только, ну, только если после этого уезжает Дина. Нас там было 4 человека, 2 из них уже как бы улетели. Это справедливо, да. Я стояла в камерах, ну, в окошке. Ты Дину вообще видел? Я видел, вот там но они мы с тобой вист не могли в прошлом раунде быть, и да, я сомневаюсь, что Дина прослакала как Картер, глюки не дергались, то есть в теории между ними трейтер. Если я это но это принц остается, это остается Карта принц. Карта делала квест около камер, блядь, ну я не верю, что она такое фейкует. Я смущаюсь, готов. Я вам пыталась видеть в прошлый раз сказать сейчас... все, чтобы вы, может быть, кинули. Не, подожди, я смотри, дело было не так. Да, но вы мне сейчас не даете, поэтому решайте там сами. Дело было не так. Принц в прошлом голосовании сказал, что он видел, как Мишутка телепортировался, понимаете? Я видел, как он стоит на переднем фоне вместо Авдеич. Все, вот что я увидел. Я говорю, я готов уйти в противовес. Я так поставлю сейчас руку в себя, только если вы на четверых потом okay. выводите Дину. Хорошо, без проблем, я голосую все. Вика опять в скип. Да, потому что я уже все сказала. А, ты в следующем раунде тоже скипать будешь? Нет, я просто знаю, кто это сделал, но вы мне не даете сказать. Да что? Откуда Вика знала, Кек? Так, ребята, что за дела? Господа хорошие, у меня тут интернет. Что, игра не закончилась? Без меня не начинайте, сейчас я быстро его починю. Чини. Ой, надо ж не так, надо убить того, кто остался у кнопки. Успей. Так. Ребята, о, объясните, боже, пожалуйста, шеф, ребята, я так умотела, у меня вопрос есть, у меня есть вопрос к людям, которые играли в эту игру чуть больше. Можно вопрос? Можно вопрос, сколько нужно играть часов в эту игру для того, чтобы понять, что когда осталось 3% квестов доделать, не нужно никого уводить? Принц, скажи мне, зачем ты увел меня, а потом себя? Зачем? Объясни мне. Да, 5-7 секунд где-то. Просто а, когда мы в девятером идем, да? Человек. Да? Да. А, окей. Да я Филу писал. Я не успел алло. Кнопку нажать. Короче, я сейчас вам назову возможную пару, и один из них 100%, сука, скорее всего, мав. Это Дина Асмодей. Ну, Асмодей я только что видел на электричестве, возможно, он хотел меня прикончить, но ему помешало покебо. Почему? Покебо. Рассказываю. Я Асмодей... Дина бегает в поиске людей, она подходит к квестам, но зачем-то подошла к вентилям, типа подошла, сделала вид, что делает листья, потом опять к вентилям вернулась. Нет, у него не ковид. Людей, я могу ответить? Дина. А потом Асмодей вместе с Авдеич выходили как раз-таки вот незадолго до этого. Короче, я бегаю по карте и рассказываю вслух чату. Посмотрите, вот это задание с вентилями, и если... А, блин, я не могу вам сказать, потому что это мой секретик. Блин, сори, я мирная, но я не могу вам сказать, что я говорила, потому что это мой секретик. То, как я вычитаю предателя или мирного. Понятненько. Но вентили я не делал, у меня не было вентиля, я просто так подходила. Я не знаю, почему там каким заключением Бист решил, что я трейтер. А труп где? Типа, я без понятия, он же кнопку нажал. Мы кнопку нажали. Труп, добро пожаловать. Кнопка. Типа, хз.
Так, в самом начале я видела Асмодей и Поппи на электрике, пошли чинить префайре. Нет, пошли чинить префайре, это выглядит вполне мирно для меня. Кстати, еще что хотел сказать. Я с Асмодеем встретилась на лайфлайнах, тогда трупов не было. То есть килл произошел... Мне не понравились. Труп произошел во время саботажа, то есть когда было темно. Где находят вычисления трейдеров? Мы с Джози были наверху. Да, мы наверху пересеклись там, где медицина. Смотрите, если, смотрите, если чинить, если чинить свет префайером, типа это мирно, то я починю свет префайером. Она убежала, по-моему, вверх в сторону медбэя, больше я не видел. Вы услышали меня. А кто меня положил, это Бис? Я. Там даже нарисован же черный, алё. У меня правда нет. Но там вроде говорили, что не корона. Там же замазанные. Сложно это все. Я не трейдер, но это секрет. Сложно, не знаю. А, я просто не говорю. Пиу, 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 6, 7, 8, 9, 10, 11 набил, 12 астероидов, 13, 14, 15 астероидов, 16 астероидов, 17 астероидов. Все, можно идти. А я только хотел сказать, что все-таки она мирная. Что такое? Я нашел Дину. Где? Дину, блин. Я была где? В кишке. Она бежала. Лежала. Ты где? В кишке откуда около... бежала? Я была снизу. Рядом. Снизу. Около метеоритов. Да. Ага. Ага. Мне страшно, а Асмодей... Мне показалось, что Асмодей меня идет убивать. Я смотрите, что я хочу сказать. Типа, давайте, раз мы вкидываем в Асмодея, могу сказать такую инфу, смотрите. Ну, он не убивал Дину, скорее всего. Ну, смотри, я сейчас скажу. Мы встретились с Асмодеем около Мидбэя, то есть не так далеко от, сейчас скажу, дырки, которая вылазит как раз от метеоритов. Угу. Но собственно, Асмодей вокруг меня побегал и съебал на свет. То есть, может, два раунда подряд. Либо у нас какая-то странная игра, либо это суперпрофессиональный вкид. Во-первых, дырка выходит в канистры, а мы с тобой встретились на входе в Мидбэй. Нет, дырка около метеоритов выводит около Мидбэя. Не надо мне рассказывать. Значит, ты вообще не понимаешь что-то, ну, твой уровень профессионализма нулевой, потому что дырка над Мидбэем соединена с дыркой с камерами. Не над Мидбэем, а под Мидбэем. Так, а Джоси, соединение это топливо. Я сейчас. Да, мы тут со Смодеем разбираемся, я даже не успеваю. Я говорю, я на елочке был, которая снизу слева. Не, ну Джоси, наверное, по-любому мирный. Потому что мы с ламой, да. Я думаю, это вряд ли лама, потому что там у нее было огромное окно еще в начале игры. Там еще и дверь закрылась как раз. Я бежала циферки сделать последнее задание. Я в голове, что принц вкинул какую-то херню, он должен понимать, как работают винты. Короче, между принцом и Асмодеем есть какой-то трейдер, правильно? Я знаю, как работают винты. Скорее всего, я знаю, кто куда ведет. Но я вкидываю, потому что очень странно. У тебя очень странные маршруты. Очень странные маршруты, на камерах тебя нету, и... Я был на камерах. Ну я съебался оттуда, когда ты побежал в мою сторону, назад, да. Я понял. Я съебался, когда ты побежал. У меня там что, КД на убийство происходит? Я понял. Электричество мы стабильно не ходим. Я починил только что, если отлично, что. Принц умер, мне хоть спокойнее будет. Я сделала цифры. Так, ну что, это Асмодей, что ли, получается? А как ты узнал, Асмодей, что у меня не было на камерах? А, потому что я встретился с принцем, мы друг друга начали отбегать, думая, что друг друга захуярят на правой стороне, и камеры погасли. Наверное, может быть, поэтому, но я не уверен, как думаешь? Смотрите, электричество я починил. Я сейчас на кнопке надеялся, что кто-то его починит. Что? Кто? Почему опять? Электричество я вот починил, ровно как ты прожал кнопку или там килл. Он прям на выходе, кто за тобой бежал? А ты видел принца, когда ты туда заходил? Принц. Да, принц был, только он зашел позже меня. Я типа открывал дверь уже. Я не видел. Я хз, я видел только принца на входе и сразу пошел. Джози вроде что-то. Не, это точно не Джози 100%, потому что у Джози была прекрасная возможность меня убить, и он меня не убил. С самого начала это еще, с первого раунда.
Да. У нас по одному хорошо, киллу в каждом смотри, раунде. Зарепортил, я была опять в кишке. Бист, ну это вообще его почерк обычно, он там не убивает никого. Нам сейчас типа надо кикнуть кого-то, получается? Да, нам обязательно надо кикнуть, у нас ни одного не кикнуть. А Поппи где была, что принц делала? Принц скидывал Асмодея, я не знаю. Принц скидывал Асмодея. Весна, ты где сейчас была? А, ну ладно, похуй. Весна, что делала? В кишке опять, я до цифр бежала. Опять в кишке? Бежала. У меня там три задания было. У меня там три задания было. Я Асмодея, короче, голосую. Я, может... Почему? Да он зарепортил. Да в смысле, он нажимал на кнопку. Ты чё? Не, ну это просто сама репортил. Зачем он на кнопку нажимал? Нет, нет, это репортил. Ребят, сори, я хз, кто там был второй вместе с принцом, сори. Поппи, кого ты послала? Ты говоришь, что ты видел меня на камерах, но как ты видел меня на камерах, если света не было, и свет ты не починил? Я тебе объяснил, к сожалению, ты слышать не умеешь, и был трейтер, вот и все. Зачем ему кнопку нажимать просто? Почему он, типа, убийца? Просто зачем? Потому что принц бы нажал. Ой, пизд. Сюда подошла? Весна, сюда подойди! Да, смотри, а, блядь, так Джози, это вы? Никто Джози был второй. А то я думаю, но я же не поверю, что Джози не видел Поппи, которая со мной стояла. Ты все равно не кикнули. Изучайте самочасть, пожалуйста, где какие дырки, куда ведут, пожалуйста. Не, за дырки, Асмодей, я знаю, как... он реально сказал, не так, но во-вторых, это... Ну да, за дырки ты ошибся. Да не ошибся, блядь. Когда мы друг друга с принцем просто говорим один раз, нас сразу все... Дырка справа от метеоритов под офисом ведет под мидбей. Ну, типа, мы встретились среди этой. Я знаю, что в него никто возле не кикнул. Возле ракеты ведет. Да при чем тут ракета? Мы встретились вообще. О, хорош, Бэйн, хорош, Бэйн, хорош. Бэйн, Бэйн, Бэйн. Победы мирные. Ой, наоборот. Угу. Че, Тина, нормально поиграли, да? А можете красного кикать сразу, как бы. Красного? Что? Почему? А как? А почему ты не зарепортил? Я подходил, я ничего не видел, я видел тебя еще. Ты не подходил, ты бегал влево-вправо возле трупа. Я заходил в эту комнату, из нее выходила Асмодей, и там была ты внутри этой комнаты. Не, я был сейчас в медицине. Давайте я скажу, чтобы... Про какую комнату говорите вообще? Можно я скажу? Давай, шутка меня палит. И вкинуть там в красного, да, еще что-то. Я стояла на буре, нажимала восклицательные знаки. Заканчивается квест, возле меня лежит Дина, слева вправо бегает красный, все, что я вижу, нажимаю репорт. Я подбегаю, там багается, типа, я не могу пройти, я пытаюсь подойти, типа, и я вижу там... Ты решетку пытался пройти или что? Ну, вообще, может, я правда видел, в яму Мишутка реально тыкался в решетку. Я просто в это время подходил, я тоже потыкался в решетку, потому что не нашел вход, вот. А ну ты его видел, он типа это не он убил, правильно? Я видел, как из этой комнаты убил, выходит Асмодей. Что... Подожди, я красный, видел, кто выбегал из комнаты? Я не знаю, может быть это не Картер, который говорит, что это я, может быть это тогда Асмодей, но я не знаю. Ты видел, как он чего? Выбегал из комнаты? Блять, Асмодей там откуда взялся? Я не знаю, хуя какая-то. Я что? Я не заходил. Комнаты, это не ты, значит это он. Это, блядь, что за хуйня? Какие-то вбросы, ты меня уверен, что увидел вообще? Но я кого? Не знаю. Ну, нужно в кого-то голосовать, потому что труп лежит. Вы можете в меня голосовать. Да в чем смысл, если ты тема зарепортила и там два человека? Не, ну. Не, ну, наверное, сейчас мирно. Типа, смысл я один труп но... сразу репортить такой себе. Ну, типа. А-а-а. Все просто молча проголосовали, понятно. Давайте, всем приятной, удачной игры. Помолчи. Бля, про пиздец, он меня еще и по нулевке сдает. Сейчас просто кнопку нажмут, меня кикнут, игра закончена. Спасибо. Нахуй вообще говорить, что я там был? Зачем, брат? Оружие на пол, руки за голову, всем лежать, морды в пол! Асмик. Thank you.
Угу. Считайте, починили. Ох ты, ёбаный. Короче, мы походу ошиблись. Я увидела кнопку репорта, я не увидела тело. Короче, я была в левом нижнем углу, пошла наверх, чтобы выполнить задание. И пошла через кишку, короче, там какая-то была. Вот я вначале наполнила кислород воздухом, потом пошла наверх, короче, и вижу кнопку репорта. Но тело я не увидела, скорее всего, оно было за дверью. Я сейчас на левом реакторе, я до этого делал этот выкид баллоны, потом выкрутил воду, возле административки выкрутил воду, и после этого был репорт, я уже вот сейчас стою на левом реакторе. А хотите интересную историю? Вот столько трупов, я прошел медбей весь два раза, трупов там ноль, если вас интересует. А ты кого-то видел помимо себя? Нет, я вообще там вообще ноль людей. Там, вниз, типа в теории просто может за тобой перед где-то первым там труп. Перед первым светом я закрылись двери в медбэй, я прошел его раз, спустился в исследовательскую, сделал там скачку файлов, вернулся, прошел его. У кого-то хоть какая-то информация есть? Загорелся типа... Стоять, давайте смотрите, помните, давай. Вы подключились, вы просто между собой начали болтать, я виделась с Викой, я была, короче, в лаборатории, там поделала свои задания, нашла там метеорит. С Викой в лаборатории. Я вообще никого не видела. Искупалась в душе, В каком? В кишку. Когда? В каком? Дезинфекции. Вот, пошла в кишку. Это я вам, в принципе, свой маршрут рассказала. Не душите, подождите. Принц, а где ты был? Туда, вот там сделала задание. Разве не тоже там был? 4, 5 и так далее. Там была Вика, она долго... Мне показалось, что она с кем-то стояла. Почему-то. Потому что я ей открывала дверь, и я не поняла. Там в лаборатории? Паника. Она, короче, долго... Она долго очень там стояла. Вот как из кишки выходить в офис. Вот, вот там она была. Поэтому я... Я не понял. То есть вы, получается, оба были в медбэе, но друг друга не видели? Или что? Я не проходил в офис, я спустился с медбэя. Там двое как будто было, но выходила только Вика. Я ей дверь открыла, она не смогла ее почему-то открыть. То есть труп в медбэе где-то, правильно? Нет, труп скорее всего в нижнем, понял? В нижней. Вот, я в нижней с ней пересекалась. Я понял. Пришла на свет. Ребят, а вы не хотите свет чинить? У вас там труп пролежал белого, ну не знаю, минуты две. Я вообще это весна, никого не сейчас, видела, весна, не ты сейчас пришла, ты сейчас пришла тебе на свет? Тебе похуй на свет, это просто я охуеть, как на свет, наблюдать. Не надо, Асмодей. Не надо было, да. Блядь, идти на Асмодей. Свет. А. После фразы, ой, значит, да мы ошиблись, нашел, я бы тебя убрала. Ты пробежал три трупа. А ты же мертва. Смотри, я помнила то, что Миша говорил, что видел тебя. Да Миша вообще что-то решил меня слить по нулевке. Сказал бы, ничего не понял. Да нет, это Асмодей. Асмодей, вообще у тебя был автовин, просто ребята не дадут. Смотри, вот какой был аргумент, что если я умер, типа, вы меня убрали и вчетвером остались, значит, я был точно импостером, значит, Асмодей и Вика точно мирные, потому что я на них гнал. По количеству трупов могли меня кикнуть чисто по приколу.